Братья, сегодня в Махачкале произошла ужасная трагедия. Там убили молодого спортсмена Мутаева, который совсем недавно проводил свои бои в Fight Night. Как известно, на момент записи видео во всем городе объявлен план перехват, и того, кто это сделал, сейчас ищут. Само преступление было совершено возле дома Мутаева в тот момент, когда он возвращался к себе домой. Ну а видео всего происходящего мы вам покажем с небольшим замыливанием, ибо таковы правила Ютуба. Но мы же думаем, что вы и так все поймете, что происходит на видео. Ну а если вы хотите посмотреть видео без замытия, то это все находится в нашем телеграм-канале. Также мы сейчас публикуем там последние новости об этой ситуации. Ссылка на наш канал будет в описании под видео. Сам же Магомед Расул Мутаев был воспитанником школы отца Хабиба Абдулманапа Нурмагомедова, и он постоянно же тренировался вместе с Махачевым и Хабибом. После всего происходящего личность подозреваемого уже установлена, и как сообщает это 19-летний Надырхан Кадырханов, и которого сейчас активно ищут сотрудники, в свою же очередь в официальном аккаунте Fight Night прокомментировали все происходящее следующим образом: «Ужасная трагедия. С глубоким сожалением сообщаем о преждевременном уходе из жизни молодого и перспективного атлета Мухаммада Мутаева. За свои 20 лет Мухаммад успел оставить яркий след в мире единоборств. Его светлый образ навсегда останется в наших сердцах. Соболезнуем семье и близким». Друзья, ну а мы хотели бы вам напомнить, что уже 18 февраля состоится бой Ильи Тупурии против Алекса Волкановски. Ну а если вы хотите подогреть свой интерес к этому поединку, то вы можете это сделать у наших друзей по ссылке в комментариях. И по нашему промокоду Суета вы можете получить бонус в размере 35 тысяч. Все ссылки и промокод будут в комментариях, так что переходите и болейте за своего бойца. Ну а в сети сейчас расходится аудиосообщение, где утверждается, что ранее Мутаев со своей компанией, состоящей из 15 человек, издевался над Кадырхановым, что и стало причиной всего происходящего. Да, его этот убил, короче, пацан один молодой, 18-летний. Пацан убил, ну они, короче, его месяц-полтора назад, его, короче, они этот унизили жестом жестко. Ну этого пацанчика, они там, человек 15 их было. Там зеленка, лицо, там туда-сюда, так, ну, нехорошую вещь делали ему, да. И этот пацан его возле дома, короче, ему в голову, куда по кайфу дал, короче, и соскочил. Также сообщают, что летом прошедшего года на Магомед Расула Мутаева уже была попытка покушения, но тогда же преступник промахнулся.